Запросто. Я бы вам заплатил, сколько стоит фотография. Никакой оплаты, просто давайте тогда... Я не зарядил, у меня пленка, у меня фотоаппарат есть, все, но я... Только подождите. Как у вас? Как лучше? На фоне чего? Давайте вот этот оркестр играть, и вот, чтобы это... Фонтан, оркестр? Фонтан, да. Мне туда может встать не можем. Еще праздник, который весь наш народ ждет всегда. Всегда мы ждем его с большим нетерпением, с большим воодушевлением. И в то же время мы гордимся, что наша страна прошла такой большой жизненный путь и выстояла, победила. И большое спасибо всем нашим ветеранам, которые смогли дожить до этих дней. И передают нам те дни, которые они пережили, передают нам все свои переживания. С Днем Победы! Так, Сергей Никитович, пойдемте мы там их посадим, чаек заставим попить. Днем Победы! Добрый день.
Посмотрим на вас, вы еще молодцы, такие умные.